Ну, здравствуйте. Сегодня покажем, расскажем лук рекурсивный, традиционный, как он называется, от Hoyt Game Master 2. Вот, непосредственно сам лук, как выглядит. Также в комплекте идет чехол очень хороший, плотный, толстый, с прослойками. Карманы для рукояти, карман для плечей, дополнительный кармашек для аксессуаров. В комплекте также идет тетива фламандского плетения, если память мне не изменяет. Также идут глушилки на тетиву, резиночки. Вот такие вот шишинги. Идет также седло для стрелы, ключи и вот тут липучки типа полки. Вот это основной такой набор. Что можно сказать о луке? Вот вы можете видеть саму эргономику, полностью форму внешнего лука. Крепление осуществляется плечей болтами, монтаж сквозной. Вот, то есть здесь вот вы видите плечо, болт расслабляется, плечо вставляется вот сюда полностью, потом немножечко протягивается. Также есть возможность установки стабилизатора, полки плунжера. Вот, прицела, все это посадочные места есть. Отличительная особенность этого лука — это вот такой изгиб, плюс его такая довольно-таки массивная рукоятка. Немножечко смотрится она выделяющейся, в отличие, допустим, от других моделей. Вот, в данный момент у нас лук покрытия камуфляж Real 3. Вот плечи. Сам лук довольно-таки короткий. Здесь видим текстуру дерева. Так у нас выглядят кончики. Все довольно-таки очень качественно обделано. Но я думаю, хоть представлять никому не стоит. Все знают, что это фирма с именем. Вот. Спасибо за внимание. До свидания.